Всем привет! В эфире снова «Наше время». Передача от нас, подростков, вам, подросткам. В этом выпуске я и мои начинающие коллеги из студии журналистики молодежного центра расскажем вам о том, куда в нашем городе можно сдать бумагу на переработку, что такое театр равных, поговорим о запрете мобильных в школах и покажем вам замечательных собак и кошек, которые ждут своих хозяев в приемнике для бездомных животных. И это еще не все, что мы для вас подготовили. Вы когда-нибудь задумывались, сколько в год выкидываете бумаги, хорошие бумаги, которую можно переработать, вместо того, чтобы отправлять в мусорное ведро? А после переработки использовать еще раз. Одна тонна макулатуры сохраняет 10 деревьев, 20 тысяч литров воды уменьшает выбросы углекислого газа в атмосферу. В общем, дело со всех сторон полезное и нужное. Сбор макулатуры – дело хорошее, но куда я деваю ее в нашем городе? В некоторых школах проходит сбор макулатуры, но что же делать остальным? Например, приходить в молодежный центр. Летом здесь поставили зеленый ящик для сбора бумаги. Пройдемте посмотрим, как это все выглядит. Знакомьтесь, это Ирина Олеговна. Она отвечает за этот зеленый ящик. Лина Олеговна, почему в молодежном центре решили поставить ящик для сбора макулатуры? По инициативе ребят, волонтеров городского клуба «Инсайт», была идея присоединиться к проекту «Без бумаги». По всей Нижегородской области, в разных городах, будут поставлены эко-контейнеры, где ребята и вообще все жители непосредственно города должны собирать макулатуру. Скажите, пожалуйста, что именно можно приносить? Ну, приносить можно бумагу, наверное, проще сказать, что нельзя приносить. Прежде всего, это нельзя приносить бумагу из-под сока. Ну, то есть бумажные вот эти упаковки, которые вот сюда их некоторые плющат и бросают. Это нельзя, в переработке оно не используется. Дальше бумага, которая грязная, жирная или еще что-то, ее тоже нельзя приносить. Термобумагу нельзя, ламинированную бумагу нельзя, кальку, обои, вот это тоже нельзя. То есть это... Можно от коробок бумагу, если тонкий картон, обычная бумага, то есть, и, скорее всего, ватманная бумага. Вот это можно приносить. Есть гарантия, что эту бумагу действительно переработают, а не отправят на свалку? Эту бумагу у нас есть пункты сдачи. Вот тот пункт, который мы пользуемся и будем в дальнейшем пользоваться, это на товарной базе, железнодорожная 19, по-моему, мы сдаем туда бумагу, ее перерабатывается, выделены средства, ну, то есть мы сдаем, нам дают средства, то есть там зависимость, сколько сдашь средств, мы отдаем на благотворительный марафон, на реализацию благотворительного марафона «Город единственный похож». Вот в этом году мы поэтический сборник готовим. Есть ли в планах привлекать волонтеров и собирать что-то еще? Ребята, опять же, волонтеры вышли с инициативы написать новый проект, тоже экологический проект, где цель их и задача – это создать контейнеры тоже возле, наверное, скорее всего, как пробный пилотный проект будет возле молодежного центра. Это сбор раздельного мусора. И вот пока мы рассматриваем, что это отдельно будет собираться электрика, то есть лампочки, электричество, пластик отдельно и алюминий. Будете ли вы объяснять людям, зачем нужен раздельный сбор мусора? Когда мы проводим какие-то акции, направленные на здоровый образ жизни, мы прежде всего и говорим, что питание, там, здоровье – это очень важно. Но прежде чем вы покушаете что-то здоровую пищу, надо с собой убирать, раздельно собирать. То есть, в принципе, просветительскую работу на своих акциях либо на каких-то фестивалях мы стараемся пропагандировать и говорить. Очистить город от бумажного мусора достаточно просто. Нужно всего лишь не выкидывать старые тетрадки и газеты, а принести их в молодежный центр. Этим вы сразу сделаете два хороших дела. Спасете деревья и поможете инвалидам. Читать текст по ролям, петь, танцевать и выступать – в Сарове это стало доступно не только здоровым людям. Люди с ограниченными возможностями теперь тоже могут стать актерами и выйти на сцену. Такую возможность им дал молодежный центр, где начал работу «Театр равных». В сентябре в молодежном центре
открылся инклюзивный театр. Это место, где рады каждому человеку, вне зависимости от их физических возможностей. Кто-то из участников этого театра не может слышать, кто-то видеть, а кто-то не может ходить. Но все они нашли в себе силы подняться на сцену и показать на все, что они способны. Знакомьтесь, это Елена Шевцова, руководитель этого театра. Елена, здравствуйте. Зачем нужен этот театр? Театр служит как средство для разрушения всяческих границ, что в плане головы, в плане, я не знаю, даже вот физического пространства, то есть что ребята с ограниченными возможностями здоровья приходят, ребята без ограничений, и театральные, так скажем, сцена, театральные упражнения, они как раз-таки помогают убрать эти барьеры, например, в голове, да, то есть не все могут спокойно общаться, например, с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Или, например, у ребят есть определенные ограничения в голове в плане бояться подойти, бояться лишний раз, там, например, заговорить. Сцена – это тоже достаточно сложный элемент вообще для любого человека. То есть выйти, что-то сказать на сцене – это достаточно сложно. В общем, эти все барьеры стараемся убрать, чтобы все максимально расслабились и чувствовали себя уверенно. Чему вы учите? Чем вы вообще занимаетесь? Так как это все-таки театр, мы, естественно, занимаемся и сценической речью, и сценическим движением, актерским мастерством. Данные первые занятия мы посвятили как раз-таки проработке дикции, мы разучиваем различные скороговорки, и достаточно тяжело, например, одному человеку сказать определенную скороговорку, особенно на какие-то буквы, которые ему достаточно проблематично выговорить. А когда это делается еще и коллективно, это вдвойне усложняет задачу, и как вот недавно продемонстрировали, то есть даже самая легкая скороговорка за счет того, что она проговаривается коллективно, вызывает определенные трудности, но при этом и дикция улучшается, и момент как раз-таки командной работы, командного взаимодействия тоже идет как бы в плюс. В дальнейшем, естественно, мы перейдем и на пластику тоже. В общем, будем заниматься различными театральными упражнениями. Мешают ли физические возможности учеников играть на сцене? Я считаю, что нет. И здесь момент, что у ребят не ограничены возможности, а они безграничные. И очень много идей, очень много каких-то моментов, которые выходят за рамки мысли обычного здорового человека. И здесь даже больше каких-то манипуляций, больше интересных моментов. У нас, причем, некоторые ребята сами пишут рассказы, и в идеале, что бы хотелось сделать, это поставить, например, один из рассказов, которые писали сами ребята, участники нашей студии. Вот это прям мечты-мечты, но очень надеемся, что они очень быстро воплотятся в реальность. Скажите, пожалуйста, а кто может к вам присоединиться? Любой желающий в возрасте от 14, хотя, в принципе, можно и от 12 лет, и до 30-35 лет, так как театр у нас молодежный, и мы ждем именно таких людей, неважно, есть ограниченные возможности здоровья, нет их, есть талант в театре, то есть театральные игры или опыт. Все разовьем, опыт получим прямо здесь, в студии, поэтому ждем всех. Будет ли какой-то выпускной спектакль? Да, конечно, предполагается для начала литературно-музыкальная гостиная со стихами, которые выберут обучающиеся студии. И в дальнейшем, как я уже говорила,
очень хотелось бы поставить один из рассказов наших обучающихся на сцену, чтобы реализовать их и как сценаристов, получается, и как актеров. В общем, все возможные и невозможные возможности, какой бы этой тавтологии ни было, да, мы воплотим на сцене. А сейчас мы побеседуем с одним из участников. Чему хотите научиться? В разных спектаклях научиться. Какие скажут, буду учиться играть. Да, я еще и пою. Все, что скажут, все сделаю. Чего вы хотите добиться? Успеха. Ну, чтобы все хорошо было. А это Никита. Он пришел сюда, чтобы найти новых друзей. Какая атмосфера здесь? Очень хорошая. Здесь всегда я чувствую себя очень хорошо. Ну, среди друзей иначе-то. А так все. А если кто-то там придет, то он мне как бы тоже так же станет другом. Ну, если он, конечно, вступит в наш клуб. Театр равных ждет новых участников. Присоединяйтесь. Здесь рады абсолютно всем. В школьной жизни постоянно происходят какие-то изменения. То завтраки бесплатные отменят, то второй язык ведут. Только успевай следить за новостями. Сейчас вот обсуждают переход на пятидневку. Непонятно, что из этого получится. А еще за мобильники в школах взялись. Нельзя, говорят, без мобильников посидите. И минутка новостей. Борьба против мобильных школ идет в России уже давно. И вот в сентябре она добралась и до Сарова. В некоторых школах детям запретили мобильники. Что делать? Как дальше жить? Министры считают, что отсутствие мобильников хорошо скажется на учебе. Ну а что думают об этом сами ученики? Давайте узнаем. Как вы относитесь к тому, что в школах могут запретить мобильные телефоны? Нормально. Мне все равно, если честно. Ну, это плохо. Почему? Ну, ты не сможешь списать на контрольный, позвонить родителям в нужный момент, если тебе плохо станет. Ну, больше. Только из-за этого. Ну, еще в телефон поиграть не сможешь. Ну, очень негативно, как можно... ситуации бывают разными, и надо, когда телефон нужен, а у тебя его нету, ты не можешь, как бы, взять его. И, например, тебя не мог отпустить, но хотя ты должен, и ты как бы забыл справку, и ты не можешь позвонить своим родителям, потому что телефон нельзя в школе. Мне кажется, это правильно, так как множество учеников списывают с телефонов, вот, и получают незаслуженные оценки. Печально, что может позвонить мама. Это все? Ну, на перемене чем-то заняться. На самом деле это слегка неудобно, потому что можно найти любую информацию в учебнике, тетради. Но если их нету, то можно найти информацию в телефонах, поэтому это будет слегка неудобно. Я считаю, что если ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами, то ученики не смогут в нужный момент позвонить родителям или найти нужную информацию для того или иного предмета. Так что давайте вернем мобильные телефоны обратно. А сейчас в эфире рубрика, которая не нуждается в представлении. Каждый месяц мы приезжаем в приют для безнадзорных животных и знакомимся с его обитателями. А так как гости не приходят с пустыми руками, то мы принесли корм для кошек. И советую вам делать точно так же, потому что приют для бездомных животных денег на еду не хватает. А теперь пойдемте и посмотрим, кого мы здесь сегодня встретим. А вот этого чудесного пса зовут Тихон. Тихон оказался в приемнике недавно. Скорее всего, его взяли щенком, и когда хозяева поняли, что он вырастет большим псом, они его решили выкинуть. Так он оказался в одном из дворов улицы Силкина. Он вырос. Жителям двора не понравилось то, что на их территории живет такой большой пес. И именно поэтому они вызвали отлов для безнадзорных животных, и так Тихон оказался здесь. Тихон – бесконфликтная собака, другие животные его обижали. Именно поэтому, когда он попал в приемник, то оказалось, что все бока у него были искусаны. Приемники его кастрировали и привили. Тихон – добрый, ласковый и преданный пес. Приходите, и он всех любит без исключения, и кошек, и собак, и людей. Поэтому приходите и забирайте его отсюда, чтобы он был вашим верным другом и соратником. Thank you.
это Диляра. Кто-то нашел ее на улице, дал объявление в интернете, чтобы найти хозяев. Хозяева не объявились, и нашедшие принесли ее в приемник для безнадзорных животных. Кошка стерилизована, привита, и вам осталось всего лишь только прийти и забрать ее к себе домой. Кошка привычна к лотку, любит сидеть на руках, любит, чтобы ее гладили, и спит целыми днями. Кому нужна взрослая кошка, которую нужно приучить к лотку, приходите, забирайте Диляру, это хороший вариант. Кроме Тихона и Диляры, здесь проживает множество других животных, которые будут рады обрести своих новых хозяев. Приемник находится на улице Зернова, 24А. И напоследок афиша. Я расскажу вам, на что сходить в кино, в театр, что почитать, во что поиграть, ну и так далее. Начнем с фильма, а точнее с мультфильма. «Холодное сердце 2» наконец в кино. Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень и снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эрендал и отправиться еще дальше, на север. Это путешествие поможет раскрыть тайны о прошлом их родной страны для зрителей старше 6 лет. Из фильмов, наверное, следует отметить новую нетленку о героях спорта. В ноябре на экраны выходит Лев Яшин, вратарь моей мечты. Легендарный был человек, лучший вратарь в истории советского футбола. Его называли «Черным пауком», «Пантерой» или «Осьминогом» за невероятную ловкость и гибкость. На пике популярности он был в 50-е годы. Сборная страны, благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом будет осечка на чемпионате мира в Чили. Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики, и ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим для зрителей старше 6 лет. А теперь о театре. Выбрать есть из чего, но я все-таки посоветую посмотреть спектакль «Человек». Он рассказывает о писателе Максиме Горьком. Поэтому, если в школе вам пришла пора изучать его произведения, идите в театр, чтобы проникнуться духом эпохи, так сказать. Возрастной цент у спектакля 6+, но смотреть его лучше с 12. А теперь о книгах. Редакция «Вилли Винки» представляет продолжение нашумевшего бестселлера «Волшебные неудачники». Его автор – голливудский актер и режиссер Нил Патрик Харрис. Главная героиня книги Лейла – настоящий спец в искусстве побега. Она умеет освободиться из любой, даже самой хитроумной ловушки. Ценный навык, если все твои друзья – фокусники. Когда в тихий городок Минеральный скважин приезжает знаменитый экстрасенс, Лейла и ее приятели решают во что бы то ни стало разгадать секрет его мастерства. Вот тут-то и начинаются настоящие приключения. Сбегают сумасшедших мартышек или сгоняя призраков из отеля. Друзья сделают все возможное для того, чтобы спасти свой дом. Вот только смогут ли они уберечь самих себя? Для читателей старше 6 лет. Еще одна интересная новинка – «Кольцо принца Файсала» Бьярна Ройтера. Исторический роман, от которого невозможно оторваться. Мир 17 века, каким его воссоздал наш современник, пиратские нравы, рабовладельческие суда – и все это от первого лица, как в крутой видеоигре. Том Коллинз заглядывает в морскую пучину, ловит там взгляд, пронзительный, завораживающий. С этого начинается приключение 14-летнего паренька с карибского острова Невис. Для тех, кому уже есть 12 лет. И об играх. Перед выходом заключительного фильма саги о семье Скайуокеров выходит Star Wars Jedi Fallen Order. Это сюжетно-ориентированная игра, события которой разворачиваются во вселенной Звездных войн. События игры происходят в промежутке между третьим и четвертым эпизодами киносаги и повествуют о том, как один из уцелевших членов Ордена Джедаев по имени Кэл Кэстис пытается скрыться от гнева, набирающей силу Галактической Империи. Если тебе есть 12, ты полон идей, записывайся в студию журналистики в молодежном центре, и тогда ты сможешь сделать свой проект на канале 16. На этом у меня все. С вами был Даниил Судаков. До новых встреч!